Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин ОВК Комплект. В данном видеообзоре представлен на сегодня вентилятор ОВК 4E350. Обозначение ОВК означает, что это осевой вентилятор с круглой пластиной. 4E, 4 обозначает количество полюсов, прямо зависит от частоты оборотов. Данный вентилятор имеет 1380 оборотов в минуту. Буква Е означает, что данный вентилятор является однофазным. 350 – это диаметр самого вентилятора. Вентилятор монтируется в отверстие 388 мм. Вентилятор предназначен для выкачки воздуха из помещения непосредственно в окружающую среду или же наоборот, приток воздуха из окружающей среды непосредственно. Данный вентилятор может перемещать воздух температурой от минус 30 до плюс 60. Мощность данного вентилятора составляет 140 Вт. Номинальный ток 0,65 ампер. Максимальный расход воздуха 2500 метров кубических в час. Уровень шума составляет 62 дБ. Данный вентилятор имеет уплотнительное соединение для провода с резиночкой. Для того, чтобы сэкономить ваше время, мы уже подключили данный вентилятор к однофазной сети. Вот подключение происходит. Фаза и ноль, только два питающих провода. Фаза подходит к синему проводу, ноль подходит же к черному. Ну, давайте запустим данный вентилятор и проверим, как он работает. Сейчас накроем. Достаточно мощный вентилятор, как можно видеть. По фону, которая выдвигается, он имеет уровень раскрутился. Он имеет 62 дБ уровень звука, может применяться с гравитационной решеткой или без нее. Такой вот достаточно мощный вентилятор, все-таки 2500 метров кубических в час. Более детальное описание и стоимость данного вентилятора вы можете уточнить в нашем интернет-магазине ОВК Комплект, перейдя по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал в YouTube.